Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня внеплановый обзор игры Шарар Амстрада Смешариков. Для кого-то внеплановый, для кого-то может быть плановый, потому что его ждали. Сегодня у нас нет никаких обновлений, как видели, обновление будет завтра. Но я обещал вам почитать ваши сообщения, которых собралась там целая куча огромнейшая. Поэтому, кому особо не интересно, может это видео просто пропустить. Я просто исполняю то, что я обещал. Ну и плюс я с злобырями не сражался, не получал вот этот вот костюм лекаря. Постараюсь сегодня его получить, переодеться, и затем ваши подарки, сообщения и так далее. Ну что ж, давайте для начала побьем злобырей. Ха, мы отравили ромашковую долину, а скоро и весь Шарарам ядом заплюем. Давайте прогоним, тем более что костюм лекаря мне довольно-таки нравится. А, да, только на голодный желудок и воевать как-то не очень, да? Так, давайте его покормим. Кстати, радость у него и бодрость нормальная такая, да, хоть я с ним особо так и не играл. Покормили. И теперь прогоним. Покамест мне эликсир здоровья пить смысла нет. До 5 уровня я спокойно их и так бью. А вот после 5, возможно, пью это зелье. И не получится, потому что в прошлый раз реклама у меня почему-то не хотела смотреть. Горох, горох, вообще без проблем. Как раз опыта заработаю. Так, это я все знаю, это я уже все покупал. Прогоняем дальше. Развеем чары и в бой. Не хочу я ждать 10 минут. Я хочу спасти Шарарам от злобрей. И поскорей, да? Прям рифма. Спасти Шарарам от злобрей поскорей. Мне понравилось. Даже самому. О, критический урон прошел, да, и сразу его прибил. Вот на первых уровнях везет. Вы помните, мне в прошлый раз везло. Да что ж такое, одни подарки. Везло на 10 уровне, а вот на, по-моему, 7-8 не везло. Или на 6. В общем, не помню. Помню, что на последних везло, а на там где-то ближе к концу не везло. Меня чуть не прибили, даже с эликсирами. О, уже 18 урона. А вообще нечестно, да? Там эти злобыри 10 уровня сильнее, чем скакун 13 уровня. Ой. Так. Радуга. Радуга, я его должен добить. Ладно бы он там был у меня там 5 уровня, а так 13, а что-то силёнок у него маловато. Так, мы переходим к шмякам. Со шмяком я тоже сделаю шмяк. Как и с грохом. Интересно, в какой глаз ему бить, да? Обычно или вправо, или влево бьют. А у этого непонятно. У него, наверное, там с другой стороны еще на одном ухе тоже глаз есть, 4-й. Поэтому с ним целая проблема. Куда же ему попасть? Да, он же такой сильный. Довольно-таки. Уже меня начал так пробивать неплохо. Да и по себе так не сильно прям позволяет бить. И это только 4-й уровень. Ну, я же 5 уровней без проблем, 6-й я уже не помню. В зависимости от везения. Так, идем в бой. Нужно будет на 6-м уже попробовать все зелья жизней это купить. И главное 5-го сейчас выиграть, а то что-то он так резво начал. Защитился, меня так неплохо ударил. Нужна защита. Говорю, что защита нужна. Ты глухой, скакун? Ну-ка, ну-ка, вот, молодец. Все-таки меня услышал со второго раза. Даже не до конца вылечился, видите, чуть осталось там. Но я думаю, шмяка этого уже ничего не спасет. Но сейчас мне уже защита особо не нужна была. Лучше поставил бы ее на следующий уровень. И опять защита. 3 раза подряд, да? В общем. Так, 25 опыта, 25
смешинок. Попробую сейчас посмотреть рекламу. Если получится. Развеем чары. Так, вот. Довольно-таки быстрая реклама, если честно, там секунд 10. И этот раз она у меня почему-то работала. Может, просто доработали разработчики ее. Но, в общем, видите, эликсир дается всего лишь на один бой, не на 5, как за румбики. Ну, я думаю, мне этого хватит. Хотя, опять же, экономии особо не будет. Так, вот 27. Ну, ладно, посмотрим, как оно выгорит все. Все равно ж ведь придется потом докупать. А, кстати, можно ж пробовать за позитивной энергией бить его, да? Я уже даже не помню, насколько она его бьет сильно. А, на 100, на 30, на 30 я могу и так ударить, зачем, да? И больше ход, по-моему, расходуется. В общем, ладно. Так, защита и все. Пока шмяк. Пойти и дальше у нас уже будет не шмяк, а кто-то другой. Да, Гарюн, точно. И опять нужно, получается, смотреть рекламу. Ну вот, видите, видео сейчас недоступно. Попробуйте посмотреть позже. Обидно, досадно, но ладно. Не так, как вот в этом говорящем томе, смотри рекламу сколько хочешь. А тут, видите, получается... Так, я теперь его купить не могу. Получается, только за рекламу. А мне его не хватит. Ладно, попробуем прогнать этого Гарюна с помощью позитивной энергии. Хотя, я не знаю зачем, все равно придется покупать зелье, оно дается на 5 ходов. В общем, 7 уровень, как вы видите. Давайте попробуем сразу его супер ударом. Бабах! Юху! Почти прибил. Да еще и защита. А получается, что не засчитали мне ход, да? То есть, как было 2 хода до супер удара от этого, так и осталось. Ого, он меня бьет. Так, еще разочек. Осталось ему тут недолго, да? Да, но с позитивной энергией, конечно, повеселее. Ну и то, видите, он меня почти там добил. Так, даже не знаю, осталось 3 уровня. Боюсь, что не смогу я без эликсиров, поэтому давайте я куплю все таких на 5 ходов. Но вот видите, эликсир здоровья я купить не могу. Вот это, конечно, недоработка, то есть... Можно за бесплатно его получать, а должно быть еще рядом кнопочка купить. Это ж ваши деньги, разработчики. Ладно, давайте прогоним его и так. Теперь я мега крутой стал. Он у нас на 43 его ударил обычным. Еще и защита. А, на 29 это уже не круто. Вот 43 это было круто обычным. 56 критическим, это тоже как-то слабовато. Но мне даже лечение не нужно, он по мне еще не попал ни разу. О, слазил называется. Ну ничего, это был первый и последний его раз. Юху, 40 опыта, 40 смешинок. И осталось всего 2. Так, посмотрим, как этот будет блокировать. Отлично, блокирует. Этого и эти все взрывы, причем огненные. О, слушайте, защита срабатывает. Ну вот посмотрите, сейчас я угадаю. А вот на 10 уровне у меня защита перестанет срабатывать. Тут срабатывает постоянно. Закон подлости. Смотрите, постоянно срабатывает. Раньше такого не было. Все, супер ударом, чтобы его пробить.
чтобы он блок не поставил. Так, 45 смешинок, 45 опыта, класс. И последний. Все, Горюн. Пробил твой час. Напрыгались вы здесь в Ромашковой долине. Пора и честь знать, как говорится. Нет, защита есть, слушайте. Может быть, не сразу. На 43 еще и ударил даже. Да, а у меня на 39. Ого, сразу почти пол жизни. А, у меня жизни мало, да. У меня аж мало жизни, я аж как бы этот... жизни, эликсир жизни не выпил, поэтому если он меня сейчас будет так вот бить, сейчас суперударом меня прострелит, в общем, я и умру. 56, вот защита, отлично. Мне сейчас нужно продержаться всего лишь один ход, следующим ходом я его убиваю. А, отлично, защита все-таки сработала. Получай! Бух. Ну, как бы ни было... Я один румбик сэкономил. То обычно я 3 тратил, да? Теперь 2. Держи награду, костюм лекаря. Он у меня уже в гардеробе. Так, ну, в общем, пошел я к себе в клуб, там переоденусь. Так, нужно вспомнить, какой там мне клуб просили поставить. Сейчас я гляну в комментариях. А вот комментарии, а вот это сообщение. А у вас будут артисты Леди Кря-Кря и шоу Балет Непоседы? Сейчас гляну. И, кстати, вот сообщение от Кактуса Марка. А переодеться? Я люблю разглядывать гардероб твоего Смеша. То есть как раз сейчас исполню желание и переоденусь, и поставлю других артистов. Так, Леди Кря-Кря и шоу-балет Непоседы. А, так, ну Кря-Кря там стоит 40 румбиков, мне пока жалко для него отдавать. А вот шоу-балет Непоседы довольно-таки дешевый. Поздравляем с приобретением. И, кстати, я еще забыл про инструменты. По-моему, я себе не покупал вот этот микрофон с фонограммой. Давайте я его куплю. И синтезатор не покупал. Кстати, и арфу не покупал. Как-то я сюда не заглядывал. Хотя, вот видите, ударную установку я покупал. Рояль тоже пускай. Правда, не знаю, куда это все ставить. И синтезатор. В общем, сейчас постараюсь разобраться. Так, для начала поменяю все-таки шоу. Записываю специально ночью, чтобы поменьше тормозило. Потому что собрался отвечать на сообщения, как бы обычно все подтормаживает. Итак. Сохранил. Специально по пожеланию наших дорогих зрителей. Так. Дальше. Куда мне поставить рояль? Я не знаю, честно. Так, ладно. Мебель. Тишина есть. Это не то. А, техника может. Тоже не то. Автоматы не то. Полы. Где-то здесь должно быть. Странно, нет. Не вижу. Куда она упала? Это может все-таки в... А, вот, в музыкальных инструментах. Все, я понял. Так, ставим это куда-то. Ну, давайте целую здесь сделаем такую вот перестановочку крутую, да? Как-то вот так вот, наверное, я сделаю сейчас. Аккуратно. Так, вот это можно передвинуть аж сюда вот. Наверное. Даже не знаю куда. Наверное, вот так, чтоб... Вот, все. Эту установку барабанную сюда. А, да, видите, соображает, подсказывает, что я пока не отвечу, пока меняю интерьер. Это есть. Дальше. А, вот так вот. Нельзя же я покупал, да? Вот. Вот. Хорошо. Хотя как-то слишком близко к барабанам, не знаю. Наверное, вот так лучше. Ну, так некрасиво. В общем, ладно. Оставляю. Куда бы мне остальные музыкальные инструменты всунуть? Вот рояль. Ну, в принципе, он может здесь поместиться, да? Как-то вот так. Конечно, слишком прям на этот, на все навалено. Ну, а что делать?
Зря что ли я их покупал. Тем более давно себе в клубе ничего не менял. А здесь поместится рояль, арфа? Нет, поэтому поставим ее вот здесь. Даже так чуть-чуть. Опа. Есть. Все, думаю, теперь клуб готов к новым приключениям. Да, типа того. Обычно никогда не отвечаю на такие вопросы, но сейчас я действительно снимаю, а не по расписанию. Поэтому ладно, пускай люди порадуются. Так, ну что ж, костюм лекаря одеваю. А и хотел я еще вот это вот шлем. Нет, конечно, шлемпина и костюм лекаря не очень так. Ой, лучше бы я не снимал очки. Я вспомнил эти глаза. Лекарь такой модный, да, будет. Прическа нереальная. А, нереальный лекарь, да? Ну, фактически, я не знаю даже, что здесь поменять. Какие-то крутые очки себе поставить. Потому что под эту одежду, ну, конечно, прическа не сильно подходит, но пускай будет. А, очки. А вот эти очки закат. Мне очень нравится, но они редко что подходят. А, что можно взять? Ну, вот эти глаза, конечно, нужно их менять. Они мне тоже очень нравятся, но они... Тяжело под них что-то подбирать, чтобы их закрывало. Ха-ха, пускай будет вот так. Прикол. Так, ладно, фон. Фон. Что здесь под лекаря? Фон какой сделать? Вот такой какой-то пустынный, да? Лекарь в пустыне заблудился. Еще бы какого-то питомца найти себе классного. Так, аксессуары. А, это что у нас? Это щит. Кто хочет со мной в пустыню? О, вот так вот. Почему бы и нет, да? Все, переоделся. Готов к труду и обороне. Давайте стану на свое новое рабочее место. Интересно, как это будет выглядеть. Не, прикольно получился смеш, смотрите, да? Мне во всяком случае нравится. Можно было, конечно, очки другие подобрать, но это долго было бы. Я как-то... Ну так, мне плохо видно. А ну-ка. Ну как-то не очень, ладно, пойдет. Так, ваши подарки быстренько. Подарок это Ивангая. Ивангай уже постоянно наш зритель, да? А, так, Сенни Энн подарок прислала. Магит. А, Данил. А, Мини Ротик. А, Хикаху. Ваня Шуманя. А, Мэрилин. Смеш. Василек. Криорин. Так, плагиатчиков не читаю. А, граната. Пуф-пуф. Ярик. Марина. Фокусник маг. Сьюзен. Еще один плагиатчик. А, Диара. Ариэль. Исабель. А, Мумик Юми. Даша. Джаст Блейд. Мега. 85-12-59. Оролио. Компотик. Шара Ева Шар. А, Мяущ. Марина. Марина не влезла. Так, ладно. Ваши заявки, их, наверное, не сильно много. Всего 2 дня прошло с момента прошлого видео, даже меньше. Ну, хотя 132 заявки не так уж и мало, согласитесь. И открытки. Вот, сегодня правильные открытки, 20 открыток только влезло. От мистера 007 открыточка. Хикахо. Мика Маг. Давуд. Так. Заспамил. Ваня Шуманя. Модель. Смеш. Мерлин. Стас. Так, Мега. Страж. Лев и... Лев 1 и 21. Ах ты. Лев... Ленп 2017. Сима КТ. Вид Зера. Фокусник Маг. Сьюзен. Игроман. Вот ваши открытки.
Так, ну и теперь постараюсь прочитать сообщение. Думал побольше почитать, как бы пока там сражался, пока переодевался, переставлялся, уже не так уж много времени осталось. Пена Вега просит поиграть в игру Big Farm. Я записал себе, гляну, что за игра, возможно, сделаю обзор. Подарка, у меня подарочной карты нет, я уже говорил. Так, когда я тебя нашла, у меня даже слезы потекли. Но не нужно слез, наоборот, я хочу, чтобы вы радовались и улыбались, а не плакали. В общем, надеюсь, это были слезы радости все-таки. Ну вот еще меня опять просят про игру Ералаш записать еще с 2017 года. Я помню, чуть ли не каждый обзор мне напоминаете. Все, я запишу ее в течение недели, обещаю. Вот, прям как сейчас. Вот, напишу себе 5 раз ее в тетрадке, в которой я пишу игры. Ералаш. Единственное, не знаю, за сколько, за один обзор ее записывать, потому что она, по-моему, очень длинная там, поэтому как-то я начал в нее играть, потом понял, что нужно там долго сидеть, долго думать, как бы, если не подглядывать никуда, за один обзор, наверное, не получится, может, за несколько, в общем, не знаю, как лучше сделать. Сделаю обзор на игру Kung Fu Panda, ну, я один обзор делал, как-то дело мне не пошло. Если интересно, в поиске видео напишите Kung Fu Panda, вам выдаст это одно единственное видео на нашем канале именно. Привет, Видзера. Кстати, на удивление еще приветов не было. Приветик, Аля Яля. Аля Яла. Исполняю твое желание. Вау, я и не знала, что крутые смешарики меня добавят. Ну я один, это раз, а во-вторых, я не крутой, я только учусь. Так, спасибо за поздравление. А что мне делать, если родители не разрешают смотреть твои видео? Ну, я не знаю, честно, что делать. Ну, может, там иногда, кажется, просить, если хочется очень. Ну, если не разрешают, что ж, значит, наверное, так они считают лучше. Я здесь помочь, ну, никак не могу, честно. А продолжение Shadow Fight 3 я не буду записывать в ближайшее время. Почему? Потому что, когда у меня удалился тогда, помню, эмулятор, слетели там все настройки и так далее. В общем, пока нет времени у меня его заново проходить. Я так там так долго там собирал себе крутое оружие, там и так далее. А оно все слетело. Я заходил каждый день в игру, там то сундуки открывал. В общем, обидно было. Пока у меня нет желания заново повторить этот путь. Так, привет, Аня Пон. Приветик, Лилусик Лера. Принцесса Йоу всем передает привет, и тебе тоже, принцесса, привет. Привет, тезка Ваня. Так, привет, в прошлом обзоре ты купил домик Пина за 22 румбика, но он у тебя уже был, ты его получил за прохождение страны роботов. Вот ссылка. Ну видите, значит, я протормозил. Интересно, вот я сейчас специально гляну, у меня теперь будет 2 домика Пина. Как это вообще получится? Вот сейчас зайду в домик. Быстренько так одним глазком посмотрю. Так. Мои домики. Как их поменять? Изменить домик. Мои домики. Вот они. Да, смотрите. 2 домика Пина. Ха-ха, прикол. А как так может быть? Ну, это, кстати, глюк игры. То есть, по-хорошему, если вот разработчики должны, ну, делать... Так, чтобы если вот ты покупаешь то, что у тебя уже есть, писали, то есть эта вещь у тебя уже есть, да? А так получается, что вот... так. Ну, в общем, вы поняли, да? Получается, что вот купил 2 домика, потратил лишние румбики. Ну, в следующий раз, если что-то буду покупать, то я все-таки, наверное, уже буду смотреть. Так, давно у меня этот домик не стоял. Стоп, не этот. Какой-то у меня хорошо был обставлен. А я и не помню даже. Был же у меня какой-то обставлен. У меня что, еще и домик пропал куда-то? Мой первый домик, в котором я не был уже, наверное, года полтора. Круто. Даже вещи какие-то еще есть. Так, ладно. А что ж? Ой, не туда я зашел. О, вот я нашел тот домик, который у меня хорошо обставлен. В общем, пускай пока вместе у меня он останется. А потом поставлю домик Пина. Вот обидно, слушайте, я правда потратил кучу румбиков. Ну ладно, все, что не делается, делается к лучшему.
На своих ошибках, как говорится, учимся, да? Буду проверять в следующий раз, прежде чем что-то покупать. И вам советую. Так, ладно, дальше сообщения ваши. Ну вот, спасибо таким нашим внимательным зрителям за то, что кое-где там исправляют какие-то ошибки, кое-где подсказывают. Иногда это тоже нужно. Хомячок передает привет своему другу Илье. Привет, Илья, от хомячка. А почему в другом видео не было моей открытки? Но это вопрос к разработчикам. Почему так мало открыток помещается за один раз? Вы же сами видите, я открытки не удаляю, листаю все, которые есть. Вот некоторые видно просто, как сказать, плохая почта, да, открытки не доходят. В общем, так как-то. А если сообщения, допустим, даже те, которые там месяц назад, кажется, еще приходили, но можно их оставить и сейчас даже еще прочитать, то вот открытки, те, которые лишние, они просто не помещаются и, скорее всего, системой удаляются. Привет, Олеся, которой 15 лет. Рад, что даже такие уже девушки немаленькие нас смотрят. Привет Полине Зайке и всей ее большой семье. Поиграю в игру Винкс, бродилка, это я понимаю. И взорви это, 5, 6, 7. Это игра такая, взорви это называется. Надо глянуть. Привет Долгову Егору. У меня когда-то друг был с фамилией Долгов. Привет агенту и Алене. Интересно, это один человек или разные? Привет, Селми и брат Иван. Так, привет, мяу-мяу. Это Марина, 7 лет. Хочу, чтобы твой клуб был другим. Ну вот, я себе поставил другую аппаратуру, поэтому он стал чуточку другим уже. Ваше желание почти исполнено. Так, пожелания бывают, и вопросы даже странные. Сними видео, где ты показываешь, как взять себе чужого смеша. А я таким не занимался никогда и не буду заниматься тоже никогда. Хоть я и говорю всегда, что никогда не говори никогда. Но в этом случае я никогда не занимаюсь ничем плохим, ни в жизни, ни в играх, поэтому и всем этого не советую. То есть нельзя брать ничего себе чужого. Потом аукнется, как говорится. Этот аукнется, так и откликнется, да? В общем, такое что-то. Так, привет Алисе Иксе, которой лечили зуб. Надеюсь, ты не плакала. И не было сильно больно. Приветик Мерида. Правильно думал. Багалдин. Друзья, так друзья. Твой клуб лагает, но вот сейчас мало народу и ничего не лагает. Так что все это неправда и клевета, и проделки разработчиков. Так, приветик Маша и ее родителям Оле и Вите. Ник у нее Олина, это типа, значит, мама Оля, значит, Маша Олина, да? Как-то так, прикольно. Диме Микселю тоже привет. Поиграю в зомби против растений. Я записывал там уже очень много по ней обзоров разных, можете тоже их поискать у меня на канале. Единственное, что я до конца не дозаписал, у меня стерлась эта игра. Я вот сейчас потихоньку там ее прохожу, там по уровню, там по два в день бывает. Как дойду до того момента, где она у меня стерлась, то продолжу. А пока можете посмотреть предыдущие выпуски спокойно. Привет, Мэрилин. Привет, Иван, а почему ты, бывает, проходишь пол игры, а потом говоришь, что продолжим, но ты не продолжаешь? Ну, бывают разные ситуации. Бывает, игра, допустим, мне, ну, не понравилась откровенно. То есть, я поэтому записал один обзор, как бы все, и удалил ее, и закинул. А бывает, там, где-то, вот как иногда у меня бывает, там, что-то где-то само удалится, там, слетит и так далее, и поэтому я уже не продолжаю. Ну, бывает, забываю просто, кажется, то есть, ну, ситуаций очень много, то есть, все их описать, наверное, невозможно. То есть, те игры, которые больше смотрят, те, которые больше популярные, скажем так, я стараюсь не забрасывать. А те, которые, ну, у которых мало просмотров, я записал один обзор, посмотрел, что игру, эту, ну, обзор почти не смотрят, поэтому смысла мне записывать ее дальше тоже я как бы не вижу.
Еще раз повторюсь, причин очень много может быть. Так, Блинкова Ксения, вот уже неправда, ты уже видео, поэтому один раз была. Привет тебе. Привет, малая Николь. Скоро у нее день рождения. Заранее, конечно, нельзя поздравлять, поэтому не буду. Так, Олина уже писала, но все равно. Интересное сообщение. Я рядом с вами. Жаль, что у вас в игре есть девушка. Вот этот момент мне интересно. А кто в игре моя девушка? Почему-то я об этом не знаю, честно. Привет Диана Ава и ее братику. Также привет Лизе. Диаре привет. Привет Нюша-ша. А также приветик Леониду. Поставь шоу Кершевили, оно другое, которое ты хотел, там цифру 2 убрали, названия теперь одинаковые. Но сегодня я уже шоу поменял, возможно в будущем. Только напомните мне, я все не могу запомнить, честно. Спасибо за подарки. Благодарочка. Привет Ролу, и опять просит меня в Castle Cat сыграть. Игра у меня стоит, но пока руки не доходят. Записал я себе в список. Список, конечно же, очень длинный, я все из него не успеваю записывать, но надеюсь доберусь и до Castle Cats, потому что я один обзор по ней уже делал, ну вот как-то со вторым пока не сложилось. Привет Лере и Мире, а также Джокису. Ивановой Алене тоже привет. Всем привет от Корнелии. На этом, к сожалению, я уже буду завершать обзор, потому что он так уже длинный. Думал побольше как бы сообщений прочитать, но вот что поместилось. И напоследок хочу на правах рекламы напомнить всем вам, что я создал новые два канала, а именно вот просто три в ряд и просто геймер, на которых рассматриваю на одном, соответственно, по названию только игры три в ряд. Я сегодня начал записывать заново садовника Остина, поэтому если кому нравится именно приключения Остина, то подписывайтесь, следите за нашими новинками. Садовника я буду записывать очень часто, именно на канале три в ряд. Дворецкого буду записывать на просто детки, а именно вот здесь на три в ряд буду записывать садовника. И на канале просто геймер я нашел тоже такую классную очень игру, просто топовую, бомбовскую, которую сегодня записал. Поэтому если интересно, что это за игра, там по-моему Frontline или какая-то, я честно забыл название. Но с очень красивой графикой, с очень красивой там геймплеем и так далее. Поэтому заходите, подписывайтесь, смотрите, не пожалеете. Это что касается небольшой рекламки. Ну а по Шарараму завтра опять новое видео, потому что завтра будет обновление. Поэтому надеюсь скоро опять увидимся. Если вам понравился вот такой формат видео, то есть где я чисто почти все время отвечаю на ваши сообщения, читаю там и так далее, то пишите об этом, возможно буду чаще это делать. Ну а на сегодня все, надеюсь все-таки вам понравилось хоть немного. Если это так, то поддерживайте это видео своими лайками. Пишите комментарии, не забывайте делиться с друзьями. Также подписывайтесь и не пропускайте наши новинки. Пока-пока. До новых встреч.